12 июля Всероссийский детский центр «Орленок» отметил свой 54-й день рождения. Во Дворце культуры и спорта с трудовым коллективом центра встретился генеральный директор Александр Джеус. Он поздравил всех с праздником и рассказал сотрудникам о перспективах дальнейшего развития «Орленка». А вожатые всех семи лагерей центра подарили свои творческие поздравления. Уже 54 года «Орленок» неформально несет ответственность за воспитание и образование детей России. Ежегодно в детском центре отдыхает более 20 тысяч мальчишек и девчонок. 2 тысячи сотрудников, педагоги, специалисты, работники отделов и служб на протяжении многих лет делают все, чтобы прожитый день ребенком в «Орленке» был наполнен масштабными проектами, интересными делами и встречами. Создадим вместе будущее «Орленка». В честь дня рождения «Орленка» с докладом о достижениях детского центра и перспективах его дальнейшего развития выступил генеральный директор Александр Джеус. За годы своего существования центр вырастил целую плеяду ученых, деятелей культуры, политических лидеров, педагогическую систему основали творческие люди, максимально выразившие свои личностные особенности в различных областях человеческой деятельности. Я надеюсь, что современное поколение сотрудников солидарно со мной в том, что для любого ребенка, приехавшего по наградной или коммерческой путевке, «Орленок» должен оставить добрый след в памяти, чтобы хотелось и тянуло приехать сюда еще раз. Лучших сотрудников центра наградили почетными грамотами Туапсинского района, а те, кто трудится в детском центре более 20 лет, получили значок и удостоверение «Ветеран труда Орленка». Мы горды тем, что работаем в Орленке, мы видим свои перспективы и, самое главное, видим свою нужность и полезность для своей собственной родной страны и для детей нашей любимой страны. В этом году «Орленок» отметил две юбилейные даты – 50-летие со дня основания лагеря «Звездный» и 45-летие Дома авиации и космонавтики. Им были вручены подарочные сертификаты на приобретение необходимого оборудования и почетные грамоты лучшим сотрудникам. Огромное уважение и гордость профессионально испытываешь, когда произносишь «Дом авиации и космонавтики». Это многоопытный, профессиональный коллектив, который добросовестно, а зачастую самоотверженно относится к своей работе. Это заслуга каждого. Мы добились полного обновления педагогического состава, и мы сейчас задались целью победить, откроем секрет, в педагогическом мастерстве. Мы за это очень сильно взялись, поэтому работаем в этом направлении, работаем в направлении написания новых проектов, работаем на поддержание отношений со старыми партнерами. Педагоги «Орленка» создают для ребенка атмосферу добра, творчества и романтики. Сегодня современный вожатый умеет все – петь, танцевать, читать стихи. После торжественной части педагоги детского центра подарили творческие номера. День рождения «Орленка» в первую очередь день рождения всех сотрудников, праздник для всех работников «Орленка». Такое ощущение, что это вот такой всеобщий день рождения 2000 людей, хорошее настроение. «Орленок» – это всегда место, где сбываются мечты, и хочу, чтобы оно оставалось всегда таким. Мечты в «Орленке» сбываются, а тот, кто мечтает, тот жив. И мне очень хочется вместе со всеми работать на нашу перспективу. Радушную, замечательную и великую. С днем рождения, «Орленок»! В следующем году детский центр отметит свой юбилей – 55 лет. Впереди у «Орленка» новые горизонты и открытия, новые победы и достижения. Лена Коблева, Алексей Кузьмин, Владимир Плехов, телеканал «Орленок ТВ».